Выставка «Культура и живая держава» призвана ознакомить читателей с материалами, посвященными культуре российского народа, среди которых большую часть занимают материалы, посвященные ингушской культуре. Экспозиция знакомит с произведениями Симонова и Хаматханова, Танкиева, Абадиева, Хамчиева. Эти и другие издания расскажут читателю о культурных взаимоотношениях разных народов, о тех столпах духовно-нравственной жизни народа, на которых формировалась его вся последующая культура и многом другом. Мы в своей работе стараемся больше показать краеведческую литературу. И на первых трех полках, как уже было сказано, представлена литература, посвященная культуре нашими соотечественниками. В первую очередь это книги Танкиева Абукара, это профессор-философ, и его две книги я сделал «Ингушская этика» и «Буаром. Ингушская эстетика» представлены на нашей выставке. Также на выставке мы показали свою книгу Идриса Абадиева «Эздел. Формула земной и вечной жизни». Также на выставке можно ознакомиться со справочными изданиями Национальной библиотеки Ингушетии, содержащими основную информацию об одном из главных очагов культуры нашей республики, в кратком и доступном для любого читателя изложении. Буклет «Национальная библиотека Республики Ингушетии имени Джамалдина Яндиева», изданный в 2012 году, и новое издание библиотеки под тем же названием. Буквально на днях вышла книга о нашей библиотеке. Эта книга подготовлена нашими сотрудниками. И называется она «Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева». Начинается со статьи «Библиотека есть достоинство нации», в которой показан путь становления нашей библиотеки. Дается общая характеристика нашей деятельности. А также в книге показаны наши фонды, инновации, традиции, издательская деятельность наша показана. Это очень красочное издание. Здесь очень много иллюстраций, много фотографий. По фотографиям, размещенным в этой книге, можно проследить нашу деятельность за последние 20-летия. Также в Национальной библиотеке Ингушетии действует выставка «Вечное чудо театра». На полках представлена художественная литература, исследования литературоведов, публикации в периодических изданиях республики и другие материалы. На выставке также можно ознакомиться с номерами газет и журналов, на страницах которых опубликованы статьи, очерки, заметки, посвященные сегодняшнему дню ингушских театров. Выставка продлится до конца месяца. Национальная библиотека Ингушетии приглашает всех желающих.